Здравствуйте, мои дорогие. Вот такая у нас погода. Вроде бы и не холодно, но на самом деле это вот здесь у меня тихо, нет ветра, а так не очень. Вот, сегодня первый раз прочитала комментарии к видео. Не могла, вот заставить себя не могла. Сегодня прочитала. И вот что хочу сказать. В нашем добром, скажем так, стаде хоть одна, но паршивая овца заведется, которая найдет к чему придраться и увидеть то, чего нет. Я ее заблокирую, я просто сразу как-то что-то не это. Заблокирую. Надоела она со своими вот этими подколами и издевками. Пусть пишет кому-нибудь другому. Вот. А вам, мои дорогие, всем спасибо огромное. Спасибо. Я даже не буду говорить, за что. Вы сами понимаете. Вот. Ну, жизнь продолжается. Как ни крути. Мася там хулиганит. Вот. Надо жить дальше. Вот так вот. Ну, я так думаю, что я отойду, потому что, ну, сейчас пока очень тяжело заставлять себя улыбаться, смеяться, чего-то. Ну, сами понимаете, дело такое. Вот. Ну, я старалась, а потом думаю, нет. Вот. Вчера вообще ничего не снимала и не... В общем, не выкладывала. Нет, это уже получается позавчера. Вот, потому что то, что я сейчас снимаю, это я завтра только выложу. Вот, сегодня среда. Хотела поехать на цыганский рынок. Давно там не была. Но был такой противный дождик. Да и как-то еще в толпу людей как-то не очень хочется. Так что вот такие вот дела. А я чего, занимаюсь своими делами. Правда, не так, как обычно, когда у меня только успевает там отлетать одно за другим. Нет. Вот. Ну, в общем, вот сегодня супчик себе сварила, белье постирала, так что-то где-то подмела. Ну, в общем, так. Вот. Никак не могу съездить за белым цементом в Евпаторию, никак. У Вити не работают дворники на машине, а на дороге-то мокро, это же... От машин все летит. Не помыть стекла. В общем, он говорит, жди, когда будет сухо. Толик тоже, у него там свои дела. Он... Ну, в общем, никак. А очень хочется, мне так хочется белый цемент. Хочется прямо из него поделать что-то. Ну, у нас в Черноморском его нет. Кстати, если вдруг где-то есть, кто-то знает... Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вдруг где-то есть. Ну, я вот в городок ездила, такой самый крупный магазин. И в интернете я не могу найти в Черноморске белый цемент. А очень хочется. Ну, ладно, что, мои хорошие? Будем жить. Вот этот вот мелкий хулиган... Залезает на самый верх вот туда. А дело в том, что с этой сливы ветки уже отваливаются. И я так боюсь, как бы он вместе с этой веткой не упал. Я каждый день эти ветки собираю. Ну вот обещали завтра приехать спилить эту сливу.
Она уже все, видите? Ой, наверное, вам не видно. Дырка одна, дятлом вторая. Вот уже все. Так и слив не было летом. И просто вот падают, падают ветки. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он ты, моя кинозвезда. Ой, Маська, Маська. Вон, видите, она уже вся. Сколько веток обломанных. Она уже не годится никуда. Выглядывает. Тут же раз. Вот так и скачет целый день. Эй, безобразник маленький. Мася, а лапы грязные. А сейчас придет домой, да, и на постель ко мне. Грязными лапами своими. А в этот вот горшочек я посадила личи. Помните, я пробовала в Питере? Не знаю, вырастет, не вырастет. Посмотрим, что получится. Сегодня звонил мне Сережа, Маринин муж. Помните, девочки, мы в начале января из Томилина, оттуда из Москвы, в Щелково к Марине возили яйца. Танюша передавала им. Ну, перепелки, там утки, по-моему. Вот. И вот мне уже Сережа говорит, все уже. Он говорит, я даже не ожидал, что так быстро. Так что, Танюш, спасибо огромное. Уже он бегает. Ой. Ну что, скакун? Так стал прям гулять подолгу. Гуляет, гуляет. И в туалет дома ходит в горшок, ну, только ночью, когда. А так прям все, взрослый кот стал. Вот сходила в свой дом за коробочкой с монетками. Хотела показать. И вот показываю вам, за что я не люблю горячий пистолет. Видите? В сыром, холодном доме полежала. И все отваливается. Ну, не все, какие-то вроде держатся. Но в основном вот, причем независимо, пластик или металл. Ну, в общем, все это отвалится. Сейчас придется все переклеивать уже не на горячий пистолет. Наверное, в квартирах-то оно нормально, а тут, когда вот так вот уезжаешь там или не живешь в этом доме, все это потом отвалится. Ладно, подклею сейчас, пока время есть. Жалко, красивая же коробочка-то, правда? Вот пока у меня есть зарядка на телефоне. И горит свечка. Ой, сейчас погаснет. Ветрище же какой. Я вот все-таки хочу снять видео про это.
что-то происходит в Крыму. Видите, фонари не горят. Вот одна свечка у меня. Вот, мои дорогие, я приехала 11 дней назад. И не было ни одного дня, чтобы не отключали свет. Мало того, вчера выключали 5 раз свет за день. Сегодня целый день был свет. Только я начала отвечать, что мне писали девочки, голосовые сообщения присылали. Где-то без 15:07 вечера вырубили. Все, сейчас 9 вечера, света нет. И это не только у нас в Волне. Мне уже сегодня звонили и сказали, что и в Ялте отключение света, и, в общем, во многих городах Крыма такое дело. Что-то происходит. А мы так вообще, господи, нас под Новый год передали РЭСу, ну, то есть от СНТ в районный этот энергетический-то. Все так надеялись, что будет теперь все хорошо у нас с электричеством. Оказалось, еще хуже. Деньги за свет платим. Ну, а свет, как видите, не очень получаем. Так что вот такие вот дела. Так надоело жить, как кроты. 21 век. Как так можно? Я не знаю, что происходит. Как жить? Черти что. Так что вот так, мои дорогие. Вы не обижайтесь на меня, девочки, что я только соберусь кому-то ответить на тебе. Вчера просто целый день. Так что вот такие вот дела. Когда будет Крым жить нормально? Извините, отопление на электричестве. И мне сказали, что правление... говорили, что выключайте обогреватели. Ну, извините меня. В смысле, отопление отключать? А жить как? Да, у нас плюсовая температура, а завтра похолодание. И минус будет. А при этой влажности и при этих ветрах тут не намного теплее, я вам хочу сказать. Я говорю, я так никогда не жила в таком убожестве. В Мурманске на севере такого не бывает. Просто не бывает. А тут вот так. Ладно, пойду, пока свечка не погасла. У меня сейчас и телефон-то разрядится. Я его не зарядила. Так что вот так вот, девочки. Не завидуйте, кто мне пишет. В раю живете и все ругаете. Я не ругаю, я говорю, как есть. Вот видите, 10 час, света нет. Сейчас сядет ноутбук окончательно. А что, нет света, нет интернета. Нет света, нет воды, потому что насос качает воду. Ну и что? Один он Маська у себя в горшке скребется-то. Я говорю, это ужас. Я говорю, вот мы переехали в конце августа, да, 14-го года. И вот в конце осени зима без света, 15-й год без света. И вот только весной 16-го как-то более-менее, ну, свет появился. И теперь опять такая же история. Да что за, блин.
Надоело, как кротам жить, надоело. Кто-нибудь что-нибудь сделает вообще? Ну, я не знаю. Что ты там все шкребешь себе, зачищаешь? В туалет иди на улицу. Днем-то в туалет на улицу ходит. Ну, в общем, ужасно, обидно, вот это вот тошно. Сидишь в темноте со свечкой. 21 век на дворе, а? Не сделать ничего, не посмотреть ничего. Все, батареи уже холодные. Красота. Живи, ни в чем себе не отказывай. Но за свет платить надо. Так что вот так вот, мои дорогие. Давайте, всем спокойной ночи. Я надеюсь, что вы живете со светом. Мне придется сейчас спать ложиться. Ну а что делать-то? Сколько я уже сижу, блин, столько времени без света. Все жду, 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 толку никакого. Ой, ладно, мои дорогие. Пока-пока.